Ну, хорошо так. Вот от пива сильно можно поправиться. От пива, ну, я поправляюсь не от пива, я потому что пиво пью очень редко, я поправляюсь, скорее всего, от того, что ты расслабляешься, расслабленный организм, а поесть хочешь все вкусно. Ну, какие у нас морепродукты? Это уже погибшие, уже трупные какие-то морепродукты, да, замороженные, отмороженные и так далее. А там-то они еще живые, ты их ешь, им вкусно. Поэтому я набираю, конечно, от рыбы, наверное, от свежего воздуха, йода много. Мне, например, открывается голос. Круто, потому что йода много в воздухе. Так, и... а голос зависит от йода? А солнце? Тут-то у меня вечная ангина. Ага. Все на нервах. Нам, звездам, вообще нервничать нельзя. А да как... никому нервничать нельзя. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».